Если будешь веровать, if you will believe, увидишь славу Божью. You will see the glory of God. Чудеса Божьи. The miracles of God. Исцеление Божье. The healings of God. Освобождение от Бога. Healing from God. Знамения от Бога. Signs from God. Но если ты будешь поклоняться, but if you will worship, ты будешь переживать присутствие Божье в своей жизни. Многие христиане, many Christians, они переживали славу Божью в своей жизни. They've experienced the glory of God in their life. Бог исцелял их. God healed them. Бог благословлял God их. Blessed them. Они видели Божьи чудеса. They've seen God's miracles, но никогда but never не переживали Божьего присутствия. Have experienced the presence of God. Поэтому Иисус сказал, so Jesus said, наступает время, a time has come, и оно уже настало. And it already has come. Друзья, сезон открыт. Friends, the season is open. Не пропустите этот сезон. Don't miss this season. Бог стучится везде. God is knocking everywhere. Куда бы ты ни поехал, no matter where you may go, в какую бы ты церковь ни пришел, no matter what church you may go to, если есть люди в церкви, if there are ищущие people in the Бога, church seeking God, ты всегда будешь видеть, you will always что see Божье присутствие, that God's presence, оно возвращается в Божий народ. Is returning to God's people. Поэтому Иисус сказал, so Jesus said, Бог ищет поклонников. God searches for worshipers. Мы ищем Его. We seek for Him. А Он ищет нас. And He seeks for us. Суть веры, the essence of faith, чтобы мы встретились, is that for us to meet. И когда мы встречаемся and с Ним, we meet with Him, вот тогда рождается настоящее служение Богу. Then true ministry to God is born. С реальными чудесами, with real miracles, со сверхъестественными знамениями, with supernatural signs. Если ты веришь в это, if you believe in that, ты можешь сказать «Amen». You can say amen. Это то, что Бог желает it's what God desires явить в Своем доме. To show in His house. Я убежден, I am assured, что если хвала возвращается в церковь, that if praise returns to the то Богу уже ничто не помешает. God, nothing will prevent him. Никто не остановит. No one will stop. Он сломает все преграды. He will break down any он разрушит все барьеры. He will break down any но Он отпустит измученных на свободу. But he will set the captives free. Поэтому церковь готовься so church, be ready к излиянию великой славы Божьей. For the great pouring of the glory пророческое of поклонение. Prophetic worship.